Летним вечером 1952 года в доме номер 19 в долине Си-Сиалин возле озера Сиху в городе Ханчжоу пожилой человек погрузился в свой мир, мир искусства. Это был 90-летний художник Хуан Бинхун. Лежащая перед ним бумага уже потемнела от многочисленных слоев нанесенных красок. Но он не видел этого. К тому времени он уже почти полностью ослеп. Никто не знает, что он рисовал в ту минуту. Может быть, он рисовал состояние своей души? Прошло 60 лет. Картины Хуан Бинхуна давно стали одними из самых ценных в коллекции музея провинции Чжэцзян. Они экспонируются круглый год. Когда люди смотрят на его работы последних лет жизни, у них часто возникает вопрос. Эти картины, на первый взгляд, написаны в ярком стиле французского импрессионизма. Однако на самом деле в них использован прием традиционного накладывания туши, характерный для китайской живописи. Для большинства посетителей изображенные художником пейзажи кажутся похожими друг на друга и непонятными. Особенно черные линии и штрихи на них. Людям часто хочется спросить, что именно символизируют те черные пятна и штрихи, которые оставил на бумаге слепой Хуан Бинхун. Что он пытался сказать нам? Сегодня эту статую видят многие туристы, приезжающие на озеро Сиху. Но если бы гид не рассказывал о ней, то многие туристы так и не узнали бы, кто был такой Хуан Бинхун. А для тех, кто хорошо знает историю китайской живописи периода новой истории, имя Хуан Бинхуна даже очень хорошо знакомо. Его и тибайши китайцы называют великими мастерами. Хуан на юге и Ци на севере. Оба они великие мастера китайской живописи прошлого века.艺术大师中，黄宾虹先生应该是在我们国家，特别是在我们的这个文化发展上，在近现代中是最具影响，并且最有学术高度，这样一个巨匠。但是，黄宾虹的意义不仅仅对画中国画，对所有艺术的后来者，我觉得他都是一个楷模，他都是一个
最为丰富的精神资源。所以我是从这个意义上来说，他是一个了不起的大师。У людей сохранились разные воспоминания о Хуан Бинхуне. Некоторые говорят о его изысканных манерах поведения, некоторые помнят его обширные академические знания, некоторые – его сосредоточенность в творчестве. Многие помнят его своеобразный стиль в изображении пейзажей. Пейзажи Хуан Бинхуна немногоцветные. В его работах главным образом преобладают лишь черный и белый цвета. По мнению Хуан Бинхуна, для изображения гор и рек не требуется много цветов. Именно поэтому он часто плотно наносил черный цвет различной глубины оттенка. Его за это еще называют Хэй Бинхун. Хэй значит черный. Это黑啊，这个黑是中国绘画一个修养，黑是最难搞的，白好搞。为什么黑难搞呢？黑是寂寞造成的，寂寞在中国绘画的墨法里面是最难的。你看，你画了一遍，再积一遍，再积一遍，一般人积三遍，这个墨就死掉了。但是呢，黄宾虹能做到积十遍，还能看见指纹，指的纹路还能看见，这就是大师啊！现在没有人能做到这一点。Несмотря на то, что Хуан Бинхун считается великим мастером китайской живописи, а некоторые даже называют его первым лицом в китайской пейзажной живописи за последние 3 века, но для простых людей однообразный цвет и наслоение туши делают его картины непонятными. Им хочется спросить, почему он изображал мир черным? Какое художественное очарование скрыто в этом черном цвете? В 1865 году династия Цин подходила к развалу. Контрибуция, выплаченная империей Цин за Первую и Вторую опиумные войны, привела к экономическому распаду в стране. Вслед за исполнением ряда неравноправных договоров, таких как Нанкинский договор, Тиндинский, в портовых городах империи Цин постепенно начала распространяться западная культура. Западные философии, искусство и новые идеологии вместе с опиумом попали в эту древнюю страну. Распространение этой культуры и идеологии вскоре окажутся для правителей империи огромной угрозой, но они пока еще этого не заметили. В марте 1865 года реальный правитель династии Цин, императрица Цыси и князь Исинь долго спорили о назначениях ханьских чиновников на ответственные посты. Впоследствии это напрямую повлияло на первую половину жизни Хуан Бинхуна, который родился лишь за 2 месяца до этого. Седьмого января 1865 года в семье айхойского купца родился Хуан Бинхун. Его отец Хуан Динхуа был владельцем мануфактурного магазина Гуанда, известным бизнесменом в уезде Динхуа провинции Джэцзян. Хотя он и занимался коммерцией, но по характеру он более напоминал интеллигента. Хуан Динхуан любил традиционную китайскую культуру, увлекался каллиграфией и живописью. Когда на свет появился Хуан Бинхун, отец надеялся, что сын победит на государственных экзаменах и станет государственным служащим и прославит семью. Пока отец Хуан Бинхуна мечтал об успешной карьере чиновника для своего сына, спор внутри запретного города уже закончился. Вдовствующая императрица Цыси позволила ханьцам занимать посты чиновников. Так была определена первая половина жизни Хуан Бинхуна. Кроме участия в государственных экзаменах и карьеры госслужащего, другого выбора у него не было, хотя с малых лет он очень любил рисовать. Thank you.
У Хуан Бинхуна был врожденный интерес к живописи. Когда ему было 4 года, он смотрел, как рисует отец. Отец заметил, что сын наблюдает за ним с большим интересом и очень сосредоточенно. Так отец решил учить сына рисованию. Когда ему исполнилось 6 лет, он уже мог точь-в-точь копировать картины известных художников династии Цин. Отец был поражен этим. В детстве у Хуан Бинхуна был не только талант чиновника, но и незаурядный ум. Когда ему было 5 лет, он уже читал словарь китайских иероглифов, а в 6 лет он выучил наизусть книгу «Гор и морей». Все это очень радовало отца. Он верил, что наконец-то появилась возможность прославить всех предков семьи. Как-то 8-летний Хуан Бинхун играл. Отец и важный гость семьи вдруг привлекли его внимание. Тогда Хуан Бинхун еще не знал, что именно этот гость определит его судьбу в подростковом возрасте. Это был родственник семьи Хуан Бинхуна, его звали Хуан Чонгсин. Он являлся членом Академии Ханлин Юань. Этот родственник сильно удивился врожденным талантом Хуан Бинхуна. Он решительно заявил, что из мальчика выйдет чиновник. Твердость Хуан Чунсина заставила отца Хуан Бинхуа поверить в светлое будущее своего сына. Отбор способных людей по результатам 8-членного сочинения – это был тогда единственный для древних интеллигентов путь к карьере чиновника. Под строгим присмотром отца Хуан Бинхун начал монотонную, скучную жизнь ученика. Детство Хуан Бинхуна можно описать как «сам себе не хозяин». Родившись в большой семье, он не мог сам выбрать себе будущее. Хотя семья предоставила ему возможности рисовать и любоваться работами известных древних художников, но она лишила его права стать художником. Ну, Хуан Бинхун, это человек, 他是一个长子，所以呢，按照传统来讲嘛，应该是寄托了他父亲最大的希望的一个。那么他必须要按照他父亲这条路，才对得起他父亲。 Уезд Шэсянь расположен на юге провинции Аньхой. Это колыбель формирования аньхойского купечества. В старой части города сохранились древние стены. Проходя сквозь городские ворота, можно увидеть мемориальную арку, построенную при династии Мин в честь министра, выходца из Шэсяня. Арка стоит здесь уже более 4 веков. Она передает взгляды древнего общества. Хотя в те времена аньхойские коммерсанты уже славились в мире своими богатствами, но по-прежнему правильным выбором в сознании людей были учеба и карьера чиновника. Родина Хуан Бинхуна – село Тхань-Ду-Цунь, расположенное к западу от уезда Шэсянь. В селе стоит высокое здание в окружении крестьянских домов. Высокое здание – это его дом. Говорят, раньше площадь его дома была гораздо больше, чем сейчас. Судя только по декорациям и узорам на входных воротах, мы можем представить себе былую славу семьи Хуан. Семья Хуан некогда была знатным родом в Аньхое. Из этой семьи вышло много талантливых людей, которые стали чиновниками или достигли успеха в коммерции. Однако после восстания тайпинов семья Хуан пришла в упадок. До поколения Хуан Бинхуа большинство членов рода уже зарабатывали себе на хлеб за пределами родины. В
Весной 1876 года 13-летний Хуан Бинхун вместе с отцом вернулся в родной уезд, чтобы принять участие в ежегодных уездных экзаменах. Ему повезло, он с первого раза успешно выдержал экзамены. Отец, пребывавший в восторге, чувствовал, что карьера чиновника для сына – это вопрос ближайшего будущего. Поэтому отец больше не держал сына в строгости. И теми шедеврами каллиграфии и живописи выдающихся древних мастеров, что хранились в их доме, Хуан Бинхун мог наслаждаться сколько душе было угодно. Тогда Хуан Бинхун полностью погрузился в живопись. Каждый день он всей душой отдавался постижению истинно пейзажных произведений. Он забросил восьмичленные сочинения, думая, что, возможно, врожденный ум поможет ему победить также на провинциальных экзаменах, даже без особых усилий. Однако судьба распорядилась по-другому. В 80-е годы 19 века ремесленная отрасль в Цинской империи была полностью разрушена. Иностранные товары хлынули потоком. Ткацкие изделия ручной работы Хуан Динхуа не в силах были конкурировать с иностранной продукцией, произведенной машинным способом. Бизнес мануфактурного магазина резко пошел на убыль. Тогда семья даже не в силах была платить за образование детей. Хуан Динхуа решил, что кроме Хуан Бинхуна, остальные дети должны бросить учебу. Хуан Бинхун, победивший на экзаменах, стал единственной надеждой всей семьи. От его карьеры зависела вся семья. Однако результат оказался неожиданным для всех. Когда Хуан Бинхуну было 20 лет, как победитель провинциальных экзаменов, он участвовал в туре более высокого уровня. Однако, вопреки ожиданиям, он провалился. После поражения перспективы его карьеры чиновника помрачнела. Его род с каждым днем все больше разорялся. Реальность заставила этого барина, выросшего в беззаботности и достатке, первый раз испытать трудности жизни. Хуаншань называют чудеснейшей горой на свете. Издавна гора была излюбленным местом для литераторов и интеллигентов. От разных династий на горе остались отпечатки творчества корифеев искусств. При династиях Мин и Цин именно здесь зародилась известная Хуаншаньская школа живописи. На этих картинах запечатлены горы Хуаншань. В них чувствуется естественность природы. Следуя традициям китайской пейзажной живописи династии Сун и Юань, в этих работах художники стремились к выражению скромного и изящного духа, к естественным изменениям в использовании штрихов и пятен. Уезд Шэсянь расположен рядом с горой Хуаншань. В коллекции семьи Хуан было много шедевров хуаншаньской школы живописи. Жизнь Хуан Бинхуна сопровождали эти произведения. Постепенно стремление к душевному спокойствию и удаление от мирской суеты, отраженные в картинах, словно эффективные лекарства избавили его от печали и горя, причиненных неудачей на экзаменах после 5 лет усердных занятий. В ту эпоху нестабильности молодой Хуан Бинхун выбрал для себя путь смирения с окружающим миром. Может быть, в глубине души он стремился оторваться от мятежного общества, изолироваться от мирской суеты. Однако для родившегося в мятежную эпоху мечтам об идиллиях жизни не суждено было сбыться. Вскоре ситуация в семье Хуана стала критической. Хуан Бинхун замечал, что отец больше не в силах был кормить его, бездельника, который вел беззаботную жизнь. Так он вынужден был вернуться к реальности и решил испытать судьбу во внешнем мире. И поездка на этот раз стала началом легендарной жизни Хуан Бинхуна. Янчжоу расположен на южной окраине равнины в бассейнах рек Янцзы и Хуайхэ. Он является древним культурно-историческим городом. При династии Цин Янчжоу был торговым центром провинции Цзянсу и Чжэцзян, а также местом, где собирались многие интеллигенты. Этот экономически культурно развитый город стал приоритетным выбором Хуан Бинхуна для реализации его плана скитаний по миру.
Сад Хэюань, расположенный в центре города Янчжоу, считался лучшим садом поздней Цин. В 1884 году, после прибытия в Янчжоу, Хуан Бинхун поселился именно здесь. Хозяин сада Хэюань – дальний родственник семьи Хуан. В семейной коллекции хозяина сохранились многие каллиграфические и живописные произведения древних художников. Хуан Бинхуну настолько нравились эти подлинники известных художников, что он не хотел выпускать их из рук. Он целые дни их срисовывал, копировал манеру мастеров. Здесь, в саду Хэюань, он вновь почувствовал вкус жизни литераторов и интеллигентов. Копия пейзажа художника Северный Сун Ван Цзиньцина сделана Хуан Бинхуном в 1885 году, когда ему было 22 года. В этой копии чувствуется сила и твердость штрихов, непринужденность и живость манеры. Копия Хуан Бинхуна фактически воспринимается как оригинал. Опираясь на умение копировать древние произведения и необыкновенный талант, Хуан Бинхун выделился из масс каллиграфов и живописцев Янчжоу. Два года спустя, по рекомендации друга, Хуан Бинхун занял пост писаря в управлении солепромышленностью обоих берегов реки Хуайхэ. Это очень обрадовало Хуан Бинхуна. Хотя его работа касалась только переписки, но это все-таки была работа в государственном учреждении. Работа не только обеспечила его существование, но и могла исполнить заветную мечту отца, который хотел видеть своего сына чиновником. Однако Хуан Бинхун не представлял, что за тяжелыми воротами правительственного учреждения он увидит страшные картины чиновничества, тайные соглашения между чиновниками и предпринимателями, протежирование и коррупцию, кругом одни ловушки. После вступления в должность писаря на торговца солью донесли в управление, где работал Хуан Бинхун. Некий чиновник по фамилии Лу в этом управлении, пользуясь случаем, потребовал от виновного торговца взятку. Чтобы уладить дело, торговец принес чиновнику выдающийся пейзаж Дун Цишана. Чиновник знал, что Хуан Бинхун с детства копировал древние картины и был их знатоком. Он тотчас приказал ему провести экспертизу. Хуан Бинхун тщательно осмотрел картину и пришел к выводу, что это подделка. Чиновник начал под этим предлогом выманивать деньги у того торговца солью. Интеллигент, стремившийся к чистоте и благородству, стал помощником занимавшегося шантажом и вымогательством чиновника. Этот инцидент нанес сильный удар по Хуан Бинхуну. Он решительно отказался от вознаграждения, но он сам не мог представить, что его отказ вызовет подозрение. Чиновник по фамилии Лу повсюду начал сеять клевету, ложные обвинения в адрес Хуан Бинхуна. Он искажал факты, сказал, что Хуан Бинхун брал взятки, клеветал на Хуан Бинхуна. Выдавать черное за белое, строить козни, плести интриги – в такой обстановке Хуан Бинхун чувствовал себя как в чистилище. Он испытывал страдания, ненавидел до глубины души испорченность чиновничества. Чтобы доказать свою чистую совесть, он ушел со службы. Хуэйчжоуская тушь известна миру уже более тысячи лет. Состав материала для туши уникальный. Чистое ручное производство. Сокровище туши предназначено для живописи и каллиграфии, а родина этой туши – уезд Шэсянь провинции Аньхуэй. В 1889 году, после увольнения, Хуан Бинхун вернулся в родной край, в уезд Шэсянь. В тот год семья Хуан, потерпевшая неудачи в бизнесе, решила возродить былую деятельность. Умный Хуан Бинхуа заметил, что только традиционные отрасли производства туши не подверглась удару иностранных товаров. Так отец и сын вместе открыли мастерскую по производству туши. Хуан Бинхун одновременно помогал отцу производить тушь и читал книги истории туши, хроника туши. Постепенно Хуан Бинхун узнал о разных видах туши. Именно это позволило Хуан Бинхуну хорошо овладеть методом применения туши и на склоне лет достичь высшего совершенства.
Пока отец и сын надеялись возродить бизнес и радовались повороту событий, переменчивая судьба вновь втянула Хуан Бинхуна в бездну страданий. В июне 1894 года отец Хуан Бинхуа неожиданно умер. Тогда Хуан Бинхуну был 31 год. Он тогда находился далеко от дома, в Янчжоу, продавал тушь. Получив известие о смерти отца, Хуан Бинхун неотложно вернулся в уезд Шэсянь. Смерть отца для Хуан Бинхуна стала тяжелейшим ударом. Он был любимым ребенком отца, на которого последний возлагал большие надежды. И хотя тогда ему было уже за 30, и у него уже была своя семья, но он все так и не осуществил мечту отца. Даже при смерти отца он не смог оказаться рядом с ним. В тот момент тоска в его сердце достигла предела. После похорон Хуан Бинхун решил остаться дома и носить траур 3 года. Тогда у него возникла идея удалиться от мирской суеты и жить отшельником в горах. Хотя отшельническая жизнь была спокойной, как вода в пруду, но вокруг, в уезде Шэсянь, происходили глубокие перемены. В 1895 году из-за поражения в Японо-Китайской войне цинское правительство подписало унизительный Симоносекский договор. Известие, как гром среди белого дня, потрясло весь Пекин. В столице Цинской империи назревала революция. В апреле 1898 года Кан Йо-Вэй, Лян Цичао и их сторонники подали императору Гансюю докладную записку, в которой требовали путем преобразования укрепить государство. Эта записка открыла дорогу движения 100 дней реформ. Вскоре Хуан Бинхун, долго живший отшельником в уезде Шэсянь, получил это известие. Первый раз в жизни он был сильно возбужден. В то время Хуан Бинхун, не имевший возможности реализовать мечту и спасти родину, познакомился с Тан Цитуном, второй фигурой, изменившей его судьбу. Тан Цитун был одним из вождей движения 100 дней реформ. Он считал, что интеллигенты должны рассматривать процветание государства как собственное дело. Он отправился на юг, чтобы собрать талантливых людей. По пути он проезжал через Аньхой. Хуан Бинхун через знакомых попросил о встрече с ним. Потом они часто переписывались, обменивались идеями о реформе. Под влиянием Тан Цитуна 35-летний Хуан Бинхун постепенно выходил из замкнутого мира и стал часто общаться с патриотами-реформаторами. Однако стремление интеллигентов укрепить мощь государства путем реформы в глазах правителей Цинской империи казалось смертельной угрозой. Из-за страха потерять власть они взялись за карательные меры. 28 сентября 1898 года – мрачный день в новой истории Китая. На месте казни в Цайшикоу в Пекине 6 вождей движения 100 дней реформ умерли за правое дело. Когда печальное известие дошло до Хуан Бинхуна, находящегося в уезде Шэсянь, он громко разрыдался. Вслед за тем власти начали преследовать и единомышленников-реформаторов. Узнав об этом, в опасный момент своей жизни Хуан Бинхун под покровом ночи обратился в бегство. Так началась его скитальческая жизнь.